Недавний скандал, связанный с депортацией из Италии жены находящегося в розыске экс-главы Совета директоров казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова Алмы Шалабаевой с шестилетней дочерью Алуа, грозит оставить страну без правительства. На днях сразу две национальные политические партии «Движение 5 звезд» и «Зеленые» заявили о недоверии вице-премьеру и главе Министерства внутренних дел Анжелина Альфана. Сенаторы требуют, чтобы этот высокопоставленный чиновник немедленно подал в отставку. Lei deve fare un atto di responsabilità che dia uno straccio di dignità a questo paese che col suo operato lei ha buttato nel fango. Il suo ministero ha infangato il nome dell'Italia, ha messo a rischio una donna e la sua bambina che in questo momento soffrono, sono in ristrettezza della libertà, a rischio una bambina di finire in un orfanotrofio e una donna senza colpa in galera, perché ricordiamolo, era ricercato per le accuse farlocche il marito, non la signora. Ma io mi chiedo, signor Ministro, ma in quale paese pensa di vivere? В конце мая итальянские спецслужбы с применением насилия и в нарушении действующего законодательства депортировали в Казахстан жену Мухтара Аблязова Алму Шалабаеву и шестилетнюю дочь Алуа. Поводом для столь поспешного решения послужило то, что женщина находилась на территории европейской страны якобы по поддельному паспорту. Только после того, как депутаты и СМИ подняли шум, председатель правительства Италии Энрико Летта инициировал расследование инцидента. Позднее власти сообщили, что решение о выдворении родственников Мухтара Аблязова было незаконным, и его аннулировали. Парламентарии от движения 5 звезд настаивают, что министр внутренних дел Альфана попросту не мог не знать о деле Алмы Шалабаевой. Лей, сеньор министро! Lei, signor Ministro, ci viene a raccontare adesso che non sapeva, che non era a conoscenza. Questa non è una storia credibile. È la trama di un film di serie Z che i nostri funzionari di polizia hanno tradito il loro compito. Non è così, signor Ministro. Non è così. Questi hanno agito nella consapevolezza di avere ricevuto coperture politiche, signor Ministro, coperture politiche che vengono dal capo del suo partito, che è sodale socio del dittatore kazako, signor Ministro, perché sa, il dittatore del Kazakistan non va a fare le vacanze nelle ville di quei funzionari di polizia, ma nelle ville dei sodali del signor Berlusconi. Бывший премьер-министр Италии, а ныне лидер партии «Народ свободы» Сильвио Берлускони категорически опроверг дружбу с Нурсултаном Назарбаевым и якобы их недавнюю встречу на Сардинии, которая, по мнению журналистов, повлияла на решение о депортации Шалабаевой. Правда состоит в том, что у меня с этим Назарбаевым нет никакой дружбы, что уж тут говорить о близких отношениях. Я был в Астане всего один раз, возвращаясь с саммита G8, и я не являюсь единственным главой государства или правительства Запада, который с ним встречался. Что касается истории о том, что я якобы виделся с ним на Сардинии, то это ложь. Спасая своего приспешника, по совместительству и секретаря партии «Народ свободы» Анджелина Альфана, Берлускони заявил, что с уходом главы МВД развалится коалиционное правительство Италии. В свою очередь, председатель итальянского правительства Энрико Летта заверил, что все виновные в безобразной ситуации с депортацией близких Мухтара Аблязова из страны обязательно понесут наказание. Андрей Заокский, специально для канала 16.12.